Сегодня пообщался с мэром Стамбула и Марселя. Они высказали свою поддержку защитникам Одессы. Я, в свою очередь, попросил их передать нам, если есть такая возможность, для защитников нашего города каски и бронежилеты. Также с руководителем национальной полиции Одесского региона мы побывали в центре национального сопротивления. Пообщались, выработали взаимодействие. Продолжаем совершенствовать систему оповещения населения.